Ветер моих надежд, туда спешит мой самолет. Там девушка Симона меня любит и ждет. Симона, девушка моей мечты. Симона, королева красоты. Побережье лучше девушки нет. Ее картины просто блеск. Она богиня среди поэты. Играет в теннис и баскетбол. Слушает Баха и рок-н-ролл. Симона, девушка моей мечты. Симона, королева красоты. Она прекрасна, как морской рассвет. На целом побережье лучше девушки нет. Лучше девушки не. На речке в море воздух свеж, там бродит ветер моих надежд. Но опоздал мой самолет, бабушка Симона в дошку школу ведет. Перевоплощение точь-в-точь. Владимир Кузьмин, Любовь Юрьевна, я не ожидал от вас такой реакции. Вы прям влюбились в нашего Кузьмина. Любовь Юрьевна, вам и обсуждать, и отгадывать. Напоминаю членам жюри, что мы не выставляем пока оценки, потому что через несколько минут появится здесь второй Владимир Кузьмин. У нас сегодня дуэли. А пока ваше мнение и кто это? Это Родион Газманов. Родион Газманов! Это вам бонус-трек, Любовь Юрьевна. Это удивительно симпатичный Кузьмин эпохи до Америки и, по-моему, эпохи Аллы Борисовны. Но, действительно, это романтический Кузьмин, это романтический герой. По-моему, у Родика это получилось очень здорово. Этой небрежной походкой народного любимца мачо он вышел на сцену, окутанный дымом. Я думаю, что этот номер вызвал восторг, так как и у меня, и у всех. Спасибо. Спасибо.
Леонид Ермольник. Я хочу сказать, что замечательно, точь-в-точь. Единственное, на мою оценку это не повлияет. Чуть-чуть Кузьмин тяжелее. Когда начинаются активные движения, Родик намного в этом смысле спортивнее, легче, понимаешь, да? Кузьмин, он немножко такой мачо, у него все немножко такое потяжелее, ноги этой танцуют. Мне так кажется, но вообще идеально. И восторг вызвало вот и у меня, и у Михаила Сергеевича очень правильно вот это «о», вот это очень точное попадание в этого купола и этих натянутостей. Спасибо. Спасибо, Леонид Исаакович. Михаил Боярский. Беда в том, что мы, к сожалению, знаем, что Газманов участвует в конкурсе. Если бы я увидел его отдельно от конкурса, я бы вряд ли узнал, потому что это настолько точно, грим настолько хорош, он настолько правильно делает все. Когда мы сразу сравниваем Газманова с нашим героем, то можно уловить разницу. Если бы мы не знали, кто это, то практически точь-в-точь, да не практически, а уже сколько раз нас Родион радует своим талантом. Это просто дар Божий. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Геннадий Хазанов. Я полностью согласен с тем, что здесь было сказано. А вот по поводу отгадывания. Анекдот из жизни двух представителей Кавказа. Значит, один говорит другому. Слушай, говорит, если ты сейчас отгадаешь загадку, я тебе куплю все, что ты попросишь. Тот говорит, а что, трудная загадка? Он говорит, очень, я еле догадался. Он говорит, ну давай. Вот смотри, на потолку много-много лампочки. И на стенке такой выключатель. И когда ты его поворачиваешь, эти лампочки на потолку зажигаются. Что это? Тот говорит, как что, люстра? А, ты знал. Так вот, абсолютно точное ощущение с исполнителями. Родик, видно, как ты забираешься по этой профессиональной лестнице выше, выше и выше. Спасибо.